Саратов Рязанский театр кукол привез 5 спектаклей для детей и взрослых. Сегодня играли для малышей. Первый спектакль саратовцы увидели инсценировку сказки Алексея Толстого «Золотой ключик» или «Приключения Буратино». Полный зал. Зрительская аудитория немножко отличается от нашего зрителя. Она более, наверное... Не знаю, сейчас вот артисты тоже скажут, но мне показалось, что более такая эмоциональная. Теремок вернулся из Рязани совсем недавно. Саратовский театр возил также 4 детских спектакля и одну постановку для взрослых. «Дон Жуана» – это один из самых известных спектаклей театра. Теремок в Рязани уже бывал, он участвовал в фестивале «Рязанские смотрины», но вот на гастроли ездил впервые. Съездили хорошо. Дело в том, что там действительно очень удобно. Поселились хорошо, через дорогу театр, прекрасные завтраки, недорогие, в гостинице, в отеле тепло, тихо, спокойно, город чудесный. Манеры игры, режиссерские находки, естественно, отличаются от того, к чему привыкли саратовские зрители, но, по крайней мере, удовольствие от первого знакомства было взаимным. Детям очень понравилось, они довольны, мы тоже очень довольны, что не зря пришли. Очень такой интересный, эмоциональный, яркий, красочный спектакль. Гастроли продлятся до конца этой недели. Кстати, прославился Рязанский театр кукол своими спектаклями для взрослых. Саратовцы увидят одну из лучших постановок театра. «Демон» по восточной поэме Лермонтова претендует в этом году на премию «Золотая маска». Ирина.